Джан Яман в ближайшие недели приступит к съемкам в новом историческом сериале цифровой платформы Disney+. Любопытно, что долгое время эту роль предлагали совсем другому актеру. Что мы знаем о проекте прямо сейчас? Disney+ готовится выйти на цифровой рынок Турции, делая ставку на большое количество турецких звезд. Напомним, что пока турецкий рынок делят Netflix, Amazon и Blue TV. Однако уже к концу года ситуация может резко измениться в связи с появлением множества проектов производства Disney+. Одним из таких проектов станет новый сериал компании Ayapim «Турак. Эль Турка», который является адаптацией популярного исторического романа Архана Йени Араса. Как подтвердила известная журналистка Берсен Алтунташ, главную роль в сериале сыграет Джан Яман. Напомним, что в центре истории судьба турецкого солдата, волею судьбы оказавшегося в итальянской деревне, где он поднял восстание против феодалов. Автор сценария Керем Дерен, режиссер Улуш Байрактар. Журналистка обещает, что партнершей Джана станет мировая звезда, и это всех удивит. Любопытно, что идея адаптировать книгу Архана Йени Араса появилась у продюсера Керема Чатая еще в 2016 году. Первым, кому предложили роль в фильме «Турак» Эль Турка, был Кинан Эмир Залы Улу. Однако актеру не понравился сценарий, и от работы над фильмом отказались ровно до 2022 года, когда сценарную идею одобрил Disney+. Из фильма сделали сериал, а на главную роль взяли Джана Ямана. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.